Теперь к другим темам. Повышение качества и конкурентоспособности товара. Североказахстанцы станут участниками выставки отечественных производителей «Халык Маркасы. Народная марка». Пройдет она в Астане с 28 по 30 мая. В ней будут участвовать 500 казахстанских компаний. Один из тех, кто представит наш регион на республиканском конкурсе – Виктор Петросян. Уже десятки лет его предприятие занимается пошивом обуви. Подробности далее. Процесс создания обуви – это очень кропотливый труд. Например, на вот эту модель у мастеров уходит порядка 4-5 дней. Елена Илюшенко работает заготовщицей уже около 20 лет. За это время она изготовила немало пар разной обуви. Любимому делу никогда не изменяет. К примеру, сейчас она делает мужские сандали. На одну пару в общей сложности уходит час, чтобы ее собрать, сшить. Вот как раз нам и дают эту модельку, она на бумаге. По бумаге шьем. Вернее, смотрим, как она собирается. Там все очерчено у него, где строчку давать, где загибку, на какое расстояние, сколько сантиметров отступать. Работают на предприятии 6 человек. Шьют туфли, кроссовки, сандали, сапоги. С начала года они уже сделали более 150 пар обуви. В качестве сырья используют натуральную кожу. Производством занимаются уже более 30 лет. Производство заложено еще с советских времен. С тех пор мы не прекращали работу, сохранили его. Сначала была фабрика пошива и ремонта обуви, потом ИП, сначала на моем брате, и в 2008 года уже на мне это предприятие. Производим различные обувь, и зимние, и летние, и демисезонные, женская, мужская, разнообразие у нас большое. Индивидуальные заказы тоже выполняем, и по эскизам клиентов, и там на полную ногу, если надо, изготавливаем. А в 2013 году Виктор Петросян воспользовался дорожной картой занятости. Взял кредит 6,5 миллионов тенге, на них купил помещение. Рассчитаться намерен за 7 лет. Кстати, предприниматель готовится стать участником выставки «Народная марка». Она откроется в Астане в субботу 28 мая. Поедем в понедельник. Ожидаю многого от этого конкурса. Во-первых, чтобы выйти на рынок всего Казахстана. Представить нашу область. Мы повезем весь ассортимент и зимний, и демисезонный, и лето в небольшом количестве, разнообразие, чтобы было. Средняя стоимость пары обуви 7 тысяч тенге. В основном ее продают в Петропавловске. Недавно Виктору Петросяну стали поступать заказы из других регионов Казахстана. Уже в этом году бизнесмен планирует расширить производство. Денис Сивков, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.